В каком порядке должны размещаться рекламные щиты на улицах Каспийска? Этот вопрос стал одним из главных на аппаратном совещании. Помимо этого, обсудили прошедший общегородской субботник, работу административной комиссии по санитарному состоянию города, а также вручили грамоты и медали федерального значения. Очередное совещание начали с позитивной ноты. Грамотами и медалями за значительный вклад в организацию 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских игр в Сочи наградили начальника отдела спорта и физической культуры Гаджи Магомедова и заместителя главы администрации Людмилу Левицкую. Если вспомнить тот период, то можно понять, что награды федерального уровня за подписью президента Владимира Путина и министра спорта Виталия Мутко получены заслуженно. Ведь на встрече Олимпийского огня на Анжи-арене делегация из Каспийска была самой многочисленной и организованной. На этом торжественная часть не завершилась. Слово взял настоятель Каспийского православного храма отец Иоанн. От имени Махачкалинской епархии он выразил благодарность главе городского округа Магомеду Абдуллаеву за оказанное содействие в проведении пасхальных мероприятий. Православные христиане составляют неотъемлемую часть граждан нашего города и республики. И поэтому нам важно, что к нам такое внимание, отношение с вашей стороны, со стороны высшего руководства нашего города. И мы вас за это благодарим. И вот знак нашей благодарности – это архиерейская грамота. Далее перешли уже к привычному формату. Свой доклад представил начальник земельных и имущественных отношений Магомед Куструев, которому было поручено разобраться с вопросом размещения рекламы на счетах в городе. На сегодняшний день на улицах Каспийска 205 стендов. На размещение 75 из них выдано разрешение, остальные работают без договора, а соответственно нарушают закон, пояснил докладчик. Во многих этих договорах отсутствует срок действия этого договора, отсутствуют данные о рекламораспространителе, самое основное – данные разрешения были выданы без учета требований федерального закона, как я говорил, 38-го о рекламе, то есть без проведения торгов. После проведения инвентаризации и выдачи предписаний к демонтажу незаконных конструкций была составлена схема размещения рекламы на центральных улицах. Всего 51 место. Для всех желающих будет объявлен аукцион, отметил Магомед Хусруев. Говоря о торгах, Нух Ахметов подчеркнул, что работу по принятию заявок необходимо организовать так, чтобы участие могли принять все желающие. Аннулировать все те протокола выигрышных и продлить прием заявок. Я вам просто поясню, уважаемые коллеги, почему это было принято. Когда у нас создавалась межрайонная инспекция, у нас изменилось КПП. Если раньше было КПП, начиналось 05-45, то изменилось 05-54. Следующим вопросом повестки дня было подведение итогов общегородского субботника. Если говорить о проделанной работе, то невооруженным глазом заметны изменения, но многое еще предстоит сделать, отметил Нух Ахметов. В частности, это касается руководителей ТСЖ и управляющих компаний, а также муниципальных предприятий и организаций. А чтобы они смогли проявить себя, 25 апреля объявлен очередной субботник. В своем докладе начальник управления по делам ГО и ЧС Шахбан Гасанов доложил, что чрезвычайных происшествий за неделю не зарегистрировано. Но ураганный ветер принес массу неудобств горожанам и спровоцировал небольшую аварию на газопроводе по улице Буйнакского. Где-то 3 часа ночи упала. Это сначала информация была, это завод, я сейчас перед совещанием поехал, это Буйнакский 83, там двухэтажный дом, это третий этаж, как мы говорим, она была, этот, где исчезла, вот эта канув, как мы называем, и упала туда. Упала, внизу был забор, заборы там выступ, блядь, упали, там повреждена газовая труба, сейчас и все, облаем, что разговаривал, нам сейчас их бригада поедет, отремонтируем. В отчете заместителя начальника ОВД Магомеда Сихахалилова также особых происшествий по городу не отмечено. Однако ситуация по республике остается неспокойной, подчеркнул он, говоря о спецоперации в Буйнакске. На прошедшую неделю у нас в Каспийске тяжких, особо тяжких преступлений не зарегистрировано. Это единственное по республике у нас, как вы все по телевизору тоже передавали, спецоперация в Буйнакске была, где трое преступников уничтожены. Исчерпав вопросы повестки дня и отметив план работы на неделю, аппаратное совещание объявили закрытым. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, новости Каспий ТВ.